законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное 15-е заседание. Народные избранники рассмотрели более 100 вопросов, в их числе увеличение квоты количества инвалидов, трудоустроенных на предприятии Ульяновской области, и другие вопросы. С 1 сентября 2024 года вступят в силу изменения в закон о квоте по приему на работу инвалидов. Изменения коснутся предприятий по всей России, в том числе и в Ульяновской области. Сейчас в организациях, где трудится более 35 человек, законом предусмотрено трудоустройство 3% инвалидов. С 1 сентября на предприятиях, где численность персонала более 100 человек, 4% сотрудников придется на людей с ограниченными возможностями здоровья. Центр занятости населения, агентство непосредственно, то должны получить именно достойное рабочее место и не должны оставаться от тех дел, которые происходят в нашем регионе, быть в теме. На заседании депутаты также проголосовали за изменения в закон о нулевой налоговой ставке для кооператоров, работающих в сельской местности. Установление льготы в виде нулевой процентной ставки по налогу на имущество существенно снизит нагрузку на предприятия потребкооперации. И уже с 2025 года организации потребительской кооперации, осуществляющие свою деятельность в сельской местности, будут освобождены от налога на имущество, что даст, на наш взгляд, мощный толчок по развитию потреб обществ в сельской местности Ульяновской области. Депутаты поддержали еще один важный законопроект об инвестиционном налоговом вычете для организаций, которые вкладывают свои средства в развитие среднего профессионального образования. Ульяновская область активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», но главным условием здесь является наличие индустриального партнера, то есть организации, которые вкладывают свои средства в развитие образовательной базы для, скажем так, обучения своих будущих сотрудников. И данный законопроект позволит стимулировать наших работодателей более активно вкладываться в развитие наших профучилищ. Благодаря закону, принятому в двух чтениях, такие предприятия получат налоговый вычет с 2025 по 2027 годы. Для них налоговая ставка составит всего 8,5% по той части налога на прибыль, которая зачисляется в областной бюджет. Это позволит им более активно вкладываться в развитие техникумов и колледжей. На заседании также проголосовали за поправки в ряд других законодательных актов Ульяновской области. Валентина Никонова, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.